Добрый день, меня зовут Артем Сергеев, я продакт-менеджер компании Olympus направления диктофоны. Сегодня на выставке Music Mess во Франкфурте у нас представлена такая новинка, как Kit. Это наша камера Olympus OMD EM5 Mark II вместе с нашим самым лучшим топовым флагманским диктофоном LS100. Значит, что здесь особенность? У нас главный девиз – это когда видео meets sound. Что это значит? Значит, мы можем снимать видео в отличном качестве и вместе с этим с отличным звуком. Что мы видим? Olympus LS100 – это портативный рекордер, в котором есть два XLR-выхода, что будет очень интересно как для начинающих, так и для профессиональных музыкантов. Есть возможность функции мультитрек, то есть мы можем записать до 8 треков, затем наложить один на другой, и получится готовый трек. Помимо LS100 у нас еще есть модель LS14. Чем она замечательна? Достаточно компактный корпус и при этом очень высокое качество звука. Здесь три микрофона, два направленных микрофона и один микрофон для записи низких частот. Но есть очень интересный режим Smart. В чем он заключается? Если вокруг шумная отсловка, такая как здесь, мы просто выстраиваем режим Smart, нажимаем на REC, в течение 10 секунд микрофон анализирует окружающую среду, окружающий уровень шума и автоматически настраивает уровень громкости под него. Через 10 секунд начинается запись, вам не нужно думать о том, как настраивать чувствительность микрофонов, потому что они будут настроены автоматически. Это модель LS14. Также есть модель LS12, помладше модель. Чем она отличается? То, что здесь два направленных микрофона, нет третьего микрофона. На российском рынке можно приобрести все эти три устройства, они доступны. Если будет какая-то информация, опять же, всегда можно обратиться в компанию Olympus для того, чтобы получить консультацию, или если вы хотите начать сотрудничество с нами. Спасибо.